И всем привет, всем доброго времени суток, дамы и господа. В этом видео я расскажу вам о 5 лучших телефонов до 5000 рублей. Какие телефоны пользуются приличным спросом и действительно заслуживают называться лучшими в своем ценовом сегменте. Погнали! Смартфон Inoue 2 Lite 2021 представлен в черном корпусе из прорезированного поликарбоната, что позволяет ему не скользить в руке. Благодаря диагонали 5 дюймов, корпус устройства полностью помещается в руке. Для управления можно не задействовать вторую руку. Эта модель обладает памятью 16 ГБ, что позволит сохранить на внутреннюю память много информации. Технология TN допускает отображение картинки на экране в разрешении 854 на 480 пикселей. Изображение будет насыщенным, четким и с оптимальным уровнем контрастности и яркости. Прекрасно зарекомендовавший себя в бюджетных моделях 4-ядерный чипсет Spectrum имеет максимальный объем оперативной памяти в 1 ГБ. Мощности железа более чем достаточно для просмотра потоковых видео, решения базовых задач и серфинга в интернете. Камера на 5 мегапикселей, широкая диафрагма и алгоритмы обнаружения сцены позволят снять качественное фото даже при слабом освещении, а фронтальная камера на 2 мегапикселя. Гаджет оснащен батареей на 2500 мАч, которая принимает 5 Вт. Смартфон Infinix Smart 6 HD завоюет сердце своего обладателя не только изысканным и сдержанным дизайном, но и весьма впечатляющим функционалом. Дисплей диагональю 6,6 дюймов гарантирует трансляцию детализированных и контрастных изображений, даже при воздействии прямых солнечных лучей. С функцией AppSqueeze вам больше не нужно удалять важные данные, ведь она способствует сжатию файлов и появлению свободного объема памяти. Высокая работоспособность при выполнении задач любой сложности ваш спутник обязан процессору Mediatek Helio A22 с 4 ядрами по 2 ГГц каждая и 2 ГБ оперативной памяти. Независимо от того, в каких целях вы используете смартфон в течение дня, он не огорчит внезапным уровнем заряда, а все благодаря увеличенной до 5000 мАч емкости аккумулятора. Смартфон оснащен основной камерой на 8 мегапикселей с технологией искусственного интеллекта и двойной вспышкой, которые не только обеспечивают потрясающие четкие фото, но и гарантируют качественный эффект боке. На корпусе модели содержится покрытие ионами серебра, предупреждающее развитие болезнетворных микроорганизмов. Смартфон BQ5765L Clever обеспечит свой обладатель безграничными просторами для просмотра любимых роликов и времяпровождения за различными играми. А все благодаря большому 5,7-дюймовому дисплею, разрешение которого достигает 1440 на 720 пикселей. В пластиковом корпусе устройства заключен производительный 4-ядерный процессор, которому под силу обеспечить быструю загрузку любых приложений и файлов. Одно ядро на 2 ГГц и 3 на 1,8. Также смартфон имеет 3 ГБ оперативной памяти. Смартфон приятно порадует своего обладателя высоким качеством снимков, ведь оборудован основной 5-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой. Для расширения объема встроенной памяти в 16 ГБ достаточно произвести установку microSD-карты. Технология распознавания лица исключит доступ посторонних к личным данным пользователя. Аккумулятор емкостью 2700 мАч является гарантом продолжительной автономной работы вашего ассистента. Смартфон Xiaomi Redmi A1 Plus 32 ГБ выполнен в тонком корпусе светло-голубого цвета и предлагает все необходимое на каждый день. На экране 6,52 дюйма IPS отображается детализированное изображение с естественными оттенками. Отзывчивая работа системы при запуске приложений и выполнении других задач обеспечится 2 гигами оперативной памяти и платформой с процессором Mediatek Helio A22, который имеет 4 ядра по 2 ГГц. Основная камера 8 плюс 0,3 мегапикселя способна делать четкие снимки. Спереди установлена камера на 5 мегапикселей. На тыловой стороне корпуса интегрирован сканер отпечатков пальцев. В мобильном устройстве реализована поддержка двух карт SIM, возможность увеличения внутренней памяти, которая microSD, интерфейс беспроводной синхронизации Wi-Fi и Bluetooth. Аккумулятор 5000 мАч позволит смартфону работать автономно продолжительное время. Realme C30 получил необычный дизайн с рифленой задней крышкой и гладким модулем камеры. Телефон получил 6,5-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+, 1600 на 720 пикселей. Дисплей произведен с использованием технологии IPS, отличающейся точнейшей цветопередачей. Смартфон оснащен 8-ядерным процессором и 2 гигами оперативной памяти. Этот дуэт гарантирует устройству высокий уровень быстродействия, любые типовые приложения быстро загружаются и работают без боя. 32-гигабайтную встроенную память смартфона можно дополнить картой памяти с объемом до 1 терабайта. Ультрасовременные камеры на 8 мегапикселей AL и основная на 5 мегапикселей AL. Селфи-камера обеспечит вас качественными снимками и видео. Яркие пейзажи, четкие селфи и плавные видеоролики – все это теперь доступно вам нажатием одной кнопки. Значительная продолжительность автономной работы устройства обеспечит аккумулятор, имеющий емкость 5000 мАч. Большое спасибо за внимание. Если ролик показался вам интересным и полезным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше остальных. Увидимся в новых роликах. Всем пока!
Пока!